Всем привет, меня зовут Станислав, я рад видеть вас на канале Лес ТВ. Хотел поделиться впечатлениями от разборного заезда в гараж. Значит, у меня гараж, вы видели, да, он стоит на участке, а между участком и улицей у меня канава ливневая. Было много вариантов закопать трубу или еще что-то. На самом дешевом для меня, как для сварщика по второй профессии, мне выгодно было собрать его самому. Смотрите, как я сделал. Значит, у меня вот рамка, да, внутрь. Я положил досочки, и он разборный. Вот сейчас я меняю масло в своем жиге. И вот так вот я все это дело разобрал, добрался, поставил мисочку, и все, огонь. Поэтому вполне жизнерадостное решение. Мало того, что у меня яма в гараже, так у меня еще разборная эстакада, по сути. Пускай небольшая, да, вот я сижу, ну, на корточках. Но я здесь умещаюсь, и мне довольно-таки комфортно работать. Это лучше, чем ничего. Так что, если у вас будет такая возможность, вполне можете сварить, собрать. И это плюс, однозначно. Это добавит возможности к вашей мастерской. Ставим лайк, подписываемся на канал. Пока-пока!